Русская Швейцария в этом году встречает 8-й фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра». Событие пройдет в выходные 13 и 14 июля. Последний день палитры совпадает с торжественными мероприятиями ко дню рождения плёса. В этом году изменена традиция показов. Модели не будут дефилировать на дебаркадере. На площади, на торговой, устанавливается профессиональная сцена, профессиональный подиум, и там будет проходить у нас в 10.30, в 10 будет открытие ярмарки, в 10.30 фестиваль детских театров моды, и в 14 часов там будет проходить, собственно, фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра». Зрители смогут посмотреть сразу несколько выставок. Экспозицию «Древний плёс. Ивановская область», проект к 180-летию со дня рождения Ивана Шишкина, экспозицию «Пучежской вышивки». Также гости города смогут поучаствовать в Петровской ярмарке, на которую традиционно съезжаются производители льняной продукции из разных городов России и ближнего зарубежья. Данный фестиваль каждый год пользуется особой популярностью, и, как правило, наши российские льнянщики и льнянщики из Беларуси, они этот фестиваль никогда не пропускают. Потому что, безусловно, фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра» – это на сегодня законодатель моды и хранитель традиций льняного производства. Гала-концерт также пройдет на новой площадке. Подиум разместят в Левитан-холле. Вместимость зала всего 150 человек на первом этаже и 100 человек на балконе. Билет на шоу, в котором коллекции покажут видные российские дизайнеры, в том числе легенда моды Слава Зайцев, можно будет приобрести от 500 до 1500 рублей. Модную феерию завершит салют над Волгой. Здесь предусмотрены средства областного бюджета по программе развития культуры Ивановской области в размере 1 миллион 750 тысяч рублей. И, конечно, радует то, что в этом году, кроме наших творческих, самодеятельных, профессиональных коллективов, лучших коллективов Ивановской области, творческую часть украсят профессиональные коллективы из столицы. Фестиваль в «Плёсе» – завершающая часть марафона показов в честь 75-летнего юбилея мэтра Зайцева. Поздравить его с днем рождения и выступить перед плясовчанами приедут звезды мировой оперы. Организаторы уверены, что в этом году престиж модного события регионального масштаба фестиваль повысит. Михаил Мень неоднократно называл льняную палитру событием, обреченным на успех. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.